После того, как чемпион ACB Магомед Магомедова раскритиковал Петра Яна за полученную травму в своем последнем поединке, российское ММА-сообщество с нетерпением ждало ответа от Петра Яна. Да что могу сказать по этому поводу, говорит Ян. Видно, что пацана соседи откормили во время праздника. Вот его и понесло по бездорожью. В клетке после боя совсем другое говорил, но вы сами все видели. Посмотрим, кто станет в очередь за титулом, добавил Петр Ян.